Я думаю, что не надо допускать до референдума ни в коем случае. Скажу вам один пример. Если мы в 2008 году были бы в еврозоне, нам ни в коем случае не надо было бы тогда приглашать валютный фонд со всеми оттуда выходящими средствами. Несмотря Парексбанк или два раза Парексбанк или три раза Парексбанк, у нас были бы проблемы. Потому что, находясь в еврозоне, мы бы имели возможность, наши банки бы имели возможность, те, которые имеют банки в еврозоне. Вот у Парексбанка началась бы проблема, они сразу закладывали в центральном банке свои активы, получили те деньги напрямую и решили бы свои проблемы. А не находясь в еврозоне, никто такие помощи не дает. И вот вам пример, хотя один и очень чувствительный, что, входя в еврозону, мы получаем эту защиту.